Отлично, ребята, мы футболисты. Вау, нам ничего не страшно. Футболисты ничего не боятся. Погнали. Бомбы, все трощим, ребят. Посмотрите, нам даже бомбы не страшны. Вот, девочки, идите сюда. Вай. Все трощим. Ох, смотрите, как змейка прыгает. Все, ребята. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту игру под названием Зомби Цунами. Так, ну что ж, ребят, в прошлый раз мы с вами дошли очень далеко, так, и здесь у нас теперь есть... Так, смотрите, удвойте количество собранных монет навсегда, распространяется на магазины монет, наилучшая долгосрочная инвестиция. Хорошо, отличненько. А, это нужно нам интернет для этого. Так, ну что ж, ребят, погнали. Так, два зомбика бегут у нас, как всегда, здесь. Так, давайте соберем монеточки. Отлично, просто супер. Так, идем дальше. Посмотрите, ребят, на здании висит чувак, а зомбик его не может достать. Вот это прикол, да? Так, съели мы девочку, превратили ее в зомби. Отлично, оп, и вот еще один чувак. Ой, потеряли зомбика одного, ребят. Не допрыгнул он чуть-чуть. Ну, тем не менее, нас все равно опять трое, так что давайте. О, парашютист, иди сюда, дорогой. Еще и военный, наверное. Да. Который заблудился не так подалеку в воздухе. Так, все, девочку мы съели. Все, здесь... Вау, машина. Все равно мы попали на машину, ребятки. Так, монеточки давайте соберем наши замечательные. Так, здесь у нас бомба. Так, о, сколько людей. Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Сколько мы их съели, отлично, просто супер. Так, прыжок. Все, короче, выпрыгнули. О, ниндзя, ребят, мы ниндзя, круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прыжок. Так, отличненько, машину уничтожили. Прыжок. Ой-ой-ой-ой, одного ниндзю потеряли, ребят. Ну, ничего. Так, мы не сможем, наверное, сейчас самолет уничтожить, потому что нас очень мало. Было бы нас в раз 10 больше, наверное, снесли бы этот самолет раз и навсегда. Так, прыжок. Пошел. Ай, половину зомби растеряли. Ребята, что же делать? Так. Давайте будем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, на бомбу. Как так-то, а? Получилось-то. Опять минус один, опять 25. Так. Прыжок, отлично. Второй прыжок, отлично. Так, сейчас что-то будет, ребята. Это будет у нас шоссе, где... Ай, ну хоть один. Никто не смог допрыгнуть, ребят, реально никто. Так, это у нас только за эти, да, покупать? Хотите купить 50 бриллиантов? Это у нас за деньги купить, да? Ну, у нас денег нет, ребят, пока что. Так что нам придется довольствоваться тем, что у нас, в принципе, есть. Так, ну что ж. Так, тоник мы сделали и получили 500 очков. Это просто замечательно. Это просто отлично. Так, 15 мозгов мы съели, ребят. Отлично. Просто супер. Так, у нас мы можем перейти в магазин и купить людей. Так, группу людей мы купили. Двойные зомби, ребят, давайте купим за 1000. Все, ребятки, мы купили двойные зомби. Просто замечательно. Теперь мы сможем, наверное, они у нас будут удваиваться. Я так понял. О, видите? Да, точно. Все, ребятки. О, смотрите, круто. Надо было использовать позже. Когда у меня наберется, например, 10 зомби. Мы бы использовали двойные зомби, у нас стало бы 20 зомби. Буду в следующий раз знать. Так, отличненько, машину мы съедаем. Так, забираем всех. Так, отличненько, ням-ням-ням, как же это вкусно. Ой, половину зомби, боюсь, потеряю на ямах. Да, ребятки, все-таки потерял парочку зомбиков я на ямках. Так, парашютиста мы, конечно, забираем с собой. Так, зачем мы перескакивали, если мы могли его съесть? Ну ладно, не досмотрел. Ой-ой-ой, половина зомби в яму упала. Как быть-то, ребят? Ох, аккуратно здесь машины по трассе ездят. Мы же бежим все-таки по дороге, нужно понимать это. Так что нужно быть очень аккуратным и бдительным. Так, это что у нас такое-то? Это у нас футболисты, ребята, посмотрите, круто. Вау, футболисты бегут, все на своем пути уничтожают. Отлично, забрали парашютиста. И даже бомбы нам не страшны, ребят. Так, собираем монетки. О, девочки, идите сюда. Всех девчонок съел. Ох, отлично. Посмотрите, сколько у нас зомбаков, ребята.
Какая у нас толпа? 13 человек. Ой-ой-ой. Так, самолетик мы, наверное, не будем съедать, потому что не успеем. Попросту. Так, и ой, на бомбу. Ну, такое случается иногда. Ой-ой-ой-ой-ой. Вертолет. Так. Ой-ой-ой-ой. Ребята, осталось 3 зомби. Вы видели, все упали в яму. Так, надо нам опять собирать как бы зомби понемножку, как бы. Нужно понимать, что прыгай. Так, осталось 3 зомби. Ой-ой-ой-ой, попал один чувак. Так, девочку взяли. Ай, тут вертолет. Да что ж ты будешь делать? Все зомбики уничтожены, ребятки. Это просто, короче, какая-то фантастика. Так, 23 мозга мы собрали с вами. Ну что ж, и погнали дальше. Так, ну что. Вай. Вот так вот, отлично. Перфект. Так, где же людишки? А, вот он. А, ням, как вкусно же, как же вкусно все-таки, а. Так, поехали. Погнали. Отличненько, просто замечательно, просто супер. Оп, монетки. А, я одну не собрал, ничего. Оп, иди сюда, чувачок, будешь зомбиком. Будешь вместе с нами. Ух, ребята, забыл прыгнуть нечаянно. Такое бывает, вон зомби рисует граффити какое-то на стенке. Видели, ребят? Так, давайте погнали дальше, погнали. Отличненько, собираем монеточки, просто замечательно, просто супер. Так, что здесь у нас, ребята? Здесь у нас надуваемся мы и летим, опять же, все-таки, видите? Так, круто, замечательно просто. Вау, ням, отлично. Посмотрите, сколько нас, посмотрите, мы в шляпах, вау. Так, аккуратно, бомбочки здесь. Вау, все, вот это и все, мы приехали, то есть, так, сейчас чувствую, надо будет прыгать, короче. Так, давайте съедим всех, так, самолет мы не успеем съесть, нам надо какую-то брать суперсилу для того, чтобы успеть съесть самолет. Ребята, половину зомби я опять все-таки растерял и в ямах, и давайте, ребятки, скакаем за мной, пошли вперед. Ребята, 9 зомбаков уже у нас, так, давайте съедим этого чувака. Ох, ням. Ох, 8 штук осталось. Так, перепрыгиваем. Быстрее, прыжки, затяжные прыжки. О, быстрее. Побежали. Так, что у нас здесь, ребятки? А здесь у нас оказывается, как всегда. Да? Ой-ой-ой, тихо. Так, это что у нас? Цунами. О, круто, я так ждал цунами. Отлично, ребята, мы взяли цунами. Посмотрите, мы все подряд крушим здесь. Вау, посмотрите, все вертолеты, все падает. Круто, просто круто. Посмотрите, мы на цунами сверху едем. Мы словили волну, крутую волну. Так, все, она закончилась, что ли? Ой-ой-ой, тут вертолеты и машины. Ой, как здесь страшно, ребята, я где-то на трассу попал. Вау. Ой-ой-ой-ой, упали. Ну что ж, ничего страшного, ребятки. Здесь в этом нет. И мы продолжим, мы уже зашли с вами, посмотрите, аж куда. Так, сидр из желудочного сока. Так, взять. Так, и еще у нас что-то так. А, сидр из желудочного сока. Все, отлично. Так, все, 22 мозга мы с вами, ребятки, уже только что съели. И мы можем так. Ну, в магазине у нас что-нибудь новенькое вот появилось. Ковбойская шляпа. Вид Рашмор. О, ребят, гигантские лица в скале, зомби должны их атаковать. Прикольно, ребят. Так, ну что ж, хорошо. Давайте тогда возьмем назад. Возьмем. Так, это что у нас? Ага, это играть с друзьями, понял. Ну что, ха-ха-ха, пошли. А, это за монеты, я думал, ребят. Все, поехали. Я думал, что то, что мы покупали, мы покупаем навсегда, а это оказывается... Оно одноразовое и стоит 1000. Нет, нам такое не надо. Теперь я буду знать. Я лучше деньги свои вложу в инвестиции, и они будут у меня приумножаться. Потому что мне такое не нравится. Ой-ой-ой, потеряли зомбиков двоих, ребят. Остался у нас 2 зомбика осталось. Так, машину мы не успеем разобрать, чтобы съесть подружку. Ох, ты только что еще одного потерял, ребят, я остался, о, теперь опять я с чуваком, я думал, я сам.
Все, мы съели, короче, один шляп, и все, давайте, прыжки, ребятки. Все, в принципе, ой, зачем я прыгал, да что ж ты будешь делать, а? Ну ничего, тем не менее, ребят, мы продолжаем игру, мы бегаем. Так, это что у нас? О, здесь у нас НЛО, ребят, оно будет распланять моих чуваков. Клонировать. Вау. НЛО нам будет помогать клонировать людей. Так, вау, ой-ой-ой. Одного потеряли бойца, только что на мини подорвался, но ничего. О, посмотрите, гора Рашмур, ребят, круто, да? Вон, 4 президента. Вай-вай-вай-вай. Вай-вай-вай-вай-вай. Так, прыжок. Ой-ой, на бомбу. Да что ж такое? Тут бомб на каждой дороге пораставляли люди. Хотят просто уничтожить этих злых зомби. Но мы, ребят, не сдаемся. Нам нужно пробежать очень много. Чем больше мы пробегаем, тем больше мы зарабатываем денег. Тем больше мы зарабатываем разных штук для того, чтобы можно было как бы дальше играть, проходить игру. И не беспокоиться о том, что мы проиграем. Ну, вы поняли, короче. Так, давайте, съедим. Отличненько. Да что ж ты будешь делать? Опять эти машины. Так, опять эти плохие машины, которые хотят нас просто съесть. Так, что съесть? Отлично, ребята, мы футболисты. Вау, нам ничего не страшно. Футболисты ничего не боятся. Погнали. Бомбы, все трощим, ребят, посмотрите. Нам даже бомбы не страшны. Вот, девочки, идите сюда. Вай. Все трощим. Ох, смотрите, как змейка прыгает. Да, все, ребята. Зомбики. Скорость, посмотрите, какая скорость. Реально так все ускоряется. Уровень такой тяжелый, и мы все дружно упали, ребят, в яму. Но ничего, не нужно расстраиваться. Все хорошо, все отлично. Так, сидр из желудочного сока, ребят, мы берем, конечно же. И... Так, у нас тут что-то есть. А, это нам предлагают подключиться на Facebook, но... Мы этого делать, естественно, не будем. Так, ну что ж, нет, ребята, это я не хочу. Поехали. Это мне не нужно. Так. Дело в том, что куда-то мои монеты деваются. Вот в чем дело, ребятки. А, нет, они у меня есть, только это, типа, уже новые монеты. Все, понял. На каждом уровне свои монеты. Так. А вот она. Иди сюда, дорогая, мы тебя съедим. Посмотрите, ребят, где мы играем. Где-то в городе, где-то в Америке, наверное, это все происходит. Короче, зомби-апокалипсис. Все упали в яму дружно. Да как так? А все из-за того, что я раньше нажал на кнопку прыжок. Ребят, если бы я не допустил эту ошибку, ничего бы не случилось. И мы с вами бы играли бы, как играли. Так, ну что ж, давайте поехали дальше. Так, короче, перескакиваем пока этого чувака, он нам пока, в принципе, не нужен. Перфект, отлично, мы собрали все монеты, это просто замечательно. Так, иди сюда, так, девчонку мы сожрали, все в зомбике, она превратилась в зомби. Так, иди сюда, дорогая, всю эту мы тоже сожрали, она превратилась в зомбика. И теперь мы, ребятки, идем с вами собирать монеты. Перфект, отлично. Так, погнали. Машина, прыжок. Перфект. Так, ребятки, ну что ж. Опача, а что здесь у нас? А мы надуваемся, ребята. Вау. Посмотрите, какие мы прикольные. Мы надулись, короче, в общем. И мы такие, да. Давайте машину поднимем в воздух. Ай, не забрали девочку, ну ничего. Монетки давайте хоть соберем, что ли. Эй, все, ребята, вау. Фух, ребят, чуть не подорвался. Так, все, чувачок, иди сюда, мы тебя сожрали. Ребята, скорость-то увеличивается, уже начинает тяжело становиться потихонечку. Ой-ой-ой-ой, прыжок. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Так, отлично. Перфект, круто. Ну, в принципе, можно и ехать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее, выскакиваем. Затяжной прыжок. Пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вау, прыжок. Второй прыжок. Ух, ребят, видео. Ребят, реально повезло. Так, ниндзя, ребят, мы ниндзя пока что. Ну, пока что, а дальше посмотрим.
Ух, а ниндзя не могут через бомбы проходить, ребят. Я думал, ниндзя могут проходить через бомбы тоже, а они на самом деле не могут. Так что мы будем просто скакать. Они просто, я так понял, быстро бегают и быстро скакают, эти ниндзя. Ай, ну одного потеряли, ребятки, ну ничего. Так, одного мы ниндзя потеряли. Так, ну ничего, мы продолжаем, ребятки, бежать. Тут уже танки пошли. Ой, как страшно мне, ребят. Ой, как страшно, здесь уже танки пошли. Вот это да, иди сюда, чувак. Мы не съели тебя, ну ничего. Вай. Фух, ребят, вы видели? Мы чуть не упали, реально. Так, ой-ой-ой-ой, бомбы. Мы подорвались все на бомбах. Да что ж ты будешь делать? Что ж такое с тобой случилось, а? Ну ничего, ребятки. О, отлично, ребят, мы можем продать все мозги, которые мы собрали. Продать за 400 монет? Да, конечно. И у нас здесь, ребятки, уже получается 1000 монет. Отлично, просто замечательно. Я хочу себе купить что-то. Но это, короче, я так понял, монетная бомба. Это все, короче, так, монетная машина. Это все, я так понял, типа, ты покупаешь его и... В общем, оно у тебя не остается. Так, давайте лучше вон хвостики купим за 600. Все, вот это я точно уверен, что оно у меня как бы останется и будет. Так, ну что ж. И что у нас здесь? Ага. И мы можем купить за 800. А, у нас не хватает, ребятки, монет. Давайте в следующий раз сейчас заработаем денег и купим уже для ниндзи, короче, такие звездочки, которыми они будут, в принципе, бросаться. Ну что ж, погнали, ребят. Давайте, погнали дальше. Посмотрите, косичка какая у девочки. Девочка-зомби. Вот это прикольно, да? Купили мы с вами косичку. Отлично. И мы продолжаем нашу замечательную игру. Перфект. Так. Погнали. А вот он. Иди сюда, негра. Негра мы съели. Все отлично. Теперь негр тоже зеленый. Он просто зомби. Иди сюда, дорогуша. И ты. Так. Отлично. Просто супер. Так, бомбы эти злые надо, ребятки, как-нибудь обходить, потому что они, если честно, мне самому очень и очень надоели. Просто вот напросто надоели и все, потому что от них никуда не спрятаться. Реально, если бы не было бомб, если бы люди их не расставляли, было бы намного проще. О, ребят, парашютная бригада, вы видели сколько их? Вау. Так, что это у нас? Цунами, вау, цунами я люблю. Уху, круто, погнали, цунами. Всех сейчас задавлю. Всех, ребята, перебьем и соберем отличную команду зомби. Посмотрите, сколько нас уже много, ребят. Вот это круто. Ребята, посмотрите, сколько нас зомбаков бежит. 16 штук. Вау, вот это прикольно, да, скажите? Так, классно. Конечно, замечательно. Просто половину сейчас растеряем на бомбах. Половину сейчас растеряем на ямах, потому что они, как всегда... Прыгать нормально не умеют. Видите, как они прыгают? Вау, видите? Ребята, реально только 3 зомбика выжало. Один, все, ребята, тупо, короче, все упали. Зомбаки, я думал, они хоть немножко выживут. Но оказалось, что упали все в яму. Но, тем не менее, ребят, мы не отчаемся с вами. И продолжаем играть в эту замечательную игрушку. Так, ребят, и мы за какой-то бонус получили 600 монет, что ли. Из-за того, что мы собрали... Так, в сосудах волшебные эликсиры. Иногда возвращайтесь за ними. Ага, понял, все, ребятки, будем за сосудами обязательно возвращаться. О, ребят, круто. Посмотрите, сколько у нас очков. Это означает, что мы можем сейчас купить дополнение. Это плюс 5 секунд цунами. И это звездочки. Давайте купим звездочки пока что. А цунами... Все, мы ниндзя звездочки купили. А цунами сколько стоит? О, 1400, а нам бы не хватило. Надо, нужно 1500 еще собрать. Так, ну что ж, давайте поиграем и посмотрим... Если тут ниндзя будет, посмотрим, какими звездочками они стреляют. Перфект. Отлично. Просто замечательно. Help, помогите мне, а мы тебя съели. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, не бойся. Мы сейчас тебя съедим, это не больно, и ты превратишься в зомби. Ребят, я один остался, одна девочка-зомби осталась. Реально, надо как-то выжить, потому что всех растерял только что на ямах. Ой, вторая девочка сейчас ко мне присоединится, и мы будем бежать уже вдвоем. Так, ну что ж, погнали. Отличненько, просто заметил. Вау, третья девочка. Ох, как хорошо, смотрите, все с косичками, все довольные. Так, отлично. Оп, монеточки, так. Ну, ниндзя.
О, ребят, ниндзя, все, посмотрите. У нас звездочки есть. Да, ребята, мы уничтожаем бомбы, разрезаем звездочками. Вы представляете, мы купили. Ой, а что, у нас нету? А, не, есть. Круто, все, мы все бомбы тупо ниндзями разрезаем. Вот это уже я понимаю, вот это круто. Так, погнали, погнали, погнали. Так, мы все бомбы можем разряжать, когда мы зомби. Когда мы превращаемся в ниндзя-зомби, то мы можем, типа, все бомбы уничтожать, ребятки. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай, как больно, как далеко и как больно. Так, так, так. Ой, танки уже пошли, ребят. Уже пошла бронетехника против меня. Так, с правого фланга здесь машина с самолетами. Помогите. Так, бомбы, бомбы, бомбы. Давайте перескакивайте их как-нибудь аккуратненько. Так, уже, ребятки, утро началось. Мы где-то уже добежали до какого-то острова, на каком-то пляже мы с вами. И, тем не менее, ребят, мы все еще живы. За это стоит поблагодарить вот эту девочку с косой, которая ведет всю бригаду уже довольно-таки давно. Ого, ребята, и только она одна выжила, вы видели, все попадали. Реально какая-то девочка просто счастливая. Так, и здесь у нас... О, мы надуваемся, ребята. Ой-ой-ой-ой. Мы надулись, круто. О, ням-ням-ням-ням, все, теперь со мной еще чувак, один зомбик, ой. Мы его опять потеряли, и мы опять одна девочка, ребята. Так. Все, мы сдулись, типа, или нет? О, все, отлично. Все, теперь уже мы вдвоем, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут надо быть аккуратным, ребят. Посмотрите, куда мы уже с вами добежали. Перфект, ух, ребят. Нужно быть аккуратным очень, потому что здесь уже скорость очень большая. Все, ребят, и мы на бомбах, как всегда, в общем-то, и разбились. Ну как так может быть, а? Ну ничего, ребят, забираем наш эликсир. И, в общем, пускай нам все там начисляется. Так, ну что ж, круто, ребят. Сегодня мы с вами в этой серии купили косички для зомби, а также мы с вами приобрели звездочки для ниндзя. Это нам в будущем немножко облегчить задачу в прохождении этой игры. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Подпишись, пожалуйста, на мой канал, поставь пальчик вверх и оставь любой комментарий. До скорых встреч, мой дорогой друг. Пока-пока.